огромная. Ну ладно, прыгаем. Смотрим, что здесь у нас черепаха. Черепаха. Так, точно ли нам туда? Попробуем, потому что, скорее всего, мы сейчас эту кнопку нажмем. Здесь у нас берется все. Мы должны здесь сюда поставить и нажать. Все, а та убирается. Так, это мы забрали. Теперь, так, здесь у нас что? Наверх. Нет, наверх, нам надо туда наверх подняться. Так, здесь есть какая-то кнопка. Поднимает. И туда. А, здесь опускается. В целом мы можем кнопку поставить, наверное. Кнопку перетащить сюда. Не кнопку, а этот. Только зачем? Будет она у нас здесь. Дальше что? А нам, наверное, наверх надо. Или нет? Так, ладно. Пробуем. В любом случае, это надо взять и перетащить туда. Ничего нету. А, нам надо подняться наверх вместе с ней. То есть мы сейчас сюда сами встанем этой копии. Если он до сюда дойдет. Я изначально думал, что сюда куб надо поставить, но нет. Так, вот теперь наступаем. А, нет, немножко по-другому надо, еще быстрее. Пока стоим. Так вот. Прям по-быстрому. Все, и стоим, чтобы у нас было время до туда добежать. Потом она исчезнет, и мы попадем наверх вместе с кубом. Так, мы попали сюда вместе с кубом. То есть мы его забрали. Хорошо. Теперь мы можем попасть сюда. Так, открылся у нас проход. Но пока пойдем сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Так, это сразу отправляется, и как бы не очень так-то. И здесь мы пока пройти, наверное, не сможем. Уп, я вряд ли туда донесу. С ним прыгать нельзя. Максимум там останется, нет? Вот так не получится. Да, с ним туда не получается. Так, хорошо. Может, попозже сможем попасть. Так, идем сюда вместе с кубом. Может, он пригодится нам. Там он все равно не нужен. Так, и здесь, походу, он тоже не очень-то и нужен. Thank you.
Так, хорошо, начать запись. Ясно, теперь как нам пройти? Так, окуп нам не вернули. Теперь нам не обязательно переходить через эти порталы, у нас есть кулон. Песочных часов. Ну, теперь я знаю, как там пройти. В принципе, мы можем стоять здесь. Нажимаем запись. Нажимаем. В принципе, и все. Да, так намного проще. Так намного проще. Проход. Ясно. Ну, встаем сюда. Нажимаем и ждем. Это небольшое вступление и обучение с этим кулоном, как правильно работать. Наверху есть что-нибудь. Так, чисто посмотреть, есть ли там что-нибудь. Есть проход. Так, тогда получается, что нам надо. Поставить его сюда. Я очень сомнительно. В любой момент можете теперь нажимать. Это, наверное, нам надо поставить сюда. Так, здесь мы наступаем и стоим. Так, забрали. Здесь, ну что? Так, ладно, это можем сверху спрыгнуть. Думаю, достаточно. Так, и здесь у нас вторая пирамида. Опять, видимо, надо будет переставлять. Так, что у нас здесь? Телепорт. Собственно, все так вот. Так, здесь я немножко тоже перепрохожу. Не первый раз. Это нам надо забрать и поставить наверх на платформу. Ну и, соответственно, нам там стоять. Так, теперь копии. Наступаем на платформу и ждем. Так,
сейчас надо будет активировать копию еще раз. Таким образом мы добрались до конца вместе с кубом. Так, ну теперь здесь, наверное, уже без куба. Хотя нет, наверное, тоже куб можно. Нет, он далеко. Ставим сюда. Здесь очень далеко. Здесь копия у нас никак не получится. По-любому куб должен стоять. Так, первый кристалл есть. Правда, еще непонятно, сколько их надо. Также 5. Так что сначала пойдем налево. В принципе, можно их пока не устанавливать. Потом сразу все. Так, здесь надо опять 2 ключа нарисовано. Видимо, есть какие-то 2 пути. Ладно, мы пока не знаем ни одного. Так, в принципе, можно что их копить. Пускай стоят уже здесь. Так, сходим сюда. Это нам намекает на то, что мы не сможем с собой куб утащить. Так, что у нас здесь? Так, ну, вероятнее всего, нам туда надо попасть. До конца посмотрим, докуда он там доходит. До самого до конца не дойдет. Так, наверное, оттуда нам что-то будет забрать. Вот там у нас есть кристалл, кнопка, спичка. Так, возможно, пока надо наверх. Так, здесь не в первый раз прохожу. Что где-то там впереди я упал. И, к сожалению, так, здесь пока подождем. К сожалению, мы появились до того момента, как я взял вот этот куб. И я решил просто легче перезаписать все. Ставим сюда. Здесь от вот этой оранжевой травы можно запускать копию. Будет нажимать на кнопку «Успеет». Так, и мы получили наш куб. Так, теперь нам надо... Так, ну мы можем его поставить сюда. Так, а теперь вот здесь нам надо успеть... Мы должны нажать и постоять на этой штуке, чтобы нас пропустило. Лучше подольше, на самом деле, постоять. Все, и мы спокойно пробираемся сюда. И берем кристалл. Первый раз у меня ворота не очень открылись, и мне пришлось упасть. Так, это у нас второй кристалл. Ну, здесь, я так понимаю,
вернуться просто. Куб нам уже не нужен здесь. Надо его не забрать, так что у нас внизу там. Может, он там нужен. Так, мы попробуем его забрать. Вдруг пригодится там. Здесь-то мы подпрыгнем. Эй, надо же здесь не запрыгнуть. Ну ладно. Так, ну спрыгиваем, посмотрим, что у нас здесь. Так, первый ключ. Так, как бы это запомнить? Сейчас я, наверное, на этот сфотографирую просто. На телефон. Так будет намного проще потом их использовать. Так, хорошо, этот сфотографировал. Так, здесь у нас что? Стрелы. Типа кристалл спасает от стрел. Хорошо. Так, это куда мы поднимемся? Куда-нибудь? Куда-то поднимаемся. А, ну здесь по-другому-то не подняться. Сюда. Так, ну, можно второй использовать. Так, теперь тогда у нас какой путь еще есть? А, может туда перепрыгнуть. Сходим туда. Так, жучок, нет, листик. Так, здесь наверх сходим. Так, это мы вернулись к этому. Первый раз, как мы к нему попадали. Разве так же? Так, ну допустим, сейчас используем то, что у нас сейчас есть. Так, у нас вот это была такая. Так, и нижняя. Куда-то загорелся. Так, ну хорошо, пока. Пока работает, слетаем. Ну, есть еще и второй какой-то ключ. Хотя, возможно, это просто показано. Там два ключа слева-справа. Может быть, он на самом деле только один. Посмотрим. Так, что у нас здесь? Кнопка поднимается. Мы это, наверное, мы перетаскиваем сюда. Так, нажимаем кнопку, потом, наверное, придется спрыгивать. Так, ну да, теперь надо оказаться наверху. Дотащить туда. Так, не очень получилось. Так, почему-то перескакивается. Надо назад. Так, ну хотя бы тень есть.
Так, что у нас здесь? Платформа, платформа. Две платформы. Это что делать? Поднимает наверх. Так, а это проход какой-то. Какой-то тайный проход. Ладно, пока поднимаемся наверх. Но, возможно, стоя на ней, просто наступить туда. Или сейчас заглянуть. Так, стой. Не успел посмотреть, что там. Ладно. Нажимаем здесь. Все равно уже не успели. Вот так чуть-чуть успеем. Да нет, мы так не будем делать. Я хочу посмотреть, что там наверху. В принципе, можно даже зайти. А, ну да, этот у нас второй ключ. Так, второй мы тоже что сфотографируем, чтобы проще было. Так, хорошо, сфотографировали. Так, отсюда мы теперь сначала эту нажимаем. Пускай она сначала поднимется. Теперь плохо получилось. Так, ну, должно успеть. Так, все, забежали сюда. Так, здесь я не первый раз играю. Так, здесь в целом нам надо подняться наверх. А, так мы... Ясно. Так не получится. И сначала она стоит. Так, нам надо куб сюда забрать. Так, пускай стоит. Так, забираем куб. В принципе, нам обратно. Это мы пока не трогаем. Здесь нам надо куб поставить на эту платформу, потому что по-другому не получается. Вот, потому что иначе там он не фиксирует, якобы мы там стоим. Вот, а стоять она должна вот здесь. Чтобы мы могли подняться наверх. Так, это плохо. Это плохо. Мы не успеем уже. Надо было поднимать его сразу. Так, ставим сюда, ставим до последнего. Так, вот здесь сразу куб надо снимать и куда-нибудь сюда. В принципе, он нам не особо нужен больше. Нам главное вот сюда попасть. Все, отлично, кристалл забрали. В принципе, можно его с собой забрать. Можно даже с ним спрыгнуть вниз. Но это, видимо, для того, чтобы потом просто было проще забраться наверх. Наверное. Не знаю, для чего. Нам он больше не нужен. Карту мы тоже сфотографировали. Куда сейчас полетим дальше? Все-таки, значит, эти два ключа, это означает, что есть два пути.
Так, пробуем второй теперь. Так, это убираем. Так, почему-то не активируешься. Больше нажимать не можем. Так, а у нас второй будет еще. Так, а возможно, да, наверное, я там вначале-то другое видел. Возможно, это другой. Так, ну хорошо, тогда вернемся. Так, здесь прям так просто. Конечно, просто. Так, а где нам тут найти? Так, вначале его вроде не было. Здесь, может, где-то он был. Так, нет, не здесь. Внизу его тоже не было. Так, вот это, наверное, лестница наверх. Да, вот здесь еще один. Так, хорошо. Так, у нас идет так. Сюда и верхний. Интересно, если бы сюда вел то же самое, что и там было. Мы бы не смогли пройти. Зум хороший. Наш кристалл. Так, это у нас четвертый, и там пятый внизу был, который мы пока что не стали брать. Так, здесь нам что нужно здесь? Здесь нам нужно ящик переставить. Так, во-первых, это надо... туда опустилась. Нам надо на той платформе попасть наверх. Я сначала думал, ящик сюда надо подставить, но нет. Так, теперь... А, сначала пускай опустится. Так, хорошо. Опустилась. Так, ящик ставим сюда. Ждем. Так, бежим. Ставим сюда. Так, теперь наступаем на эту. Так, она опустилась, нам сейчас надо успеть туда. В принципе, мы успеваем. Так, отлично. Отлично. Там у нас птичка. Одинокая. Так, и забираем кристалл. Это у нас четвертый. Так, все. Убегаем обратно. Нам остался последний кристалл. Надо вспомнить, где он. Там мы уже были.